Добрый день, коллеги, добрый день, партнеры, добрый день, друзья. Если меня слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Вот. Видео вам сегодня обещаю, но постараюсь говорить внятно, громко, чтобы вы меня слышали. Ага. Спасибо вам большое, рад вас всех видеть сегодня на вебинаре, хоть он и дневной, но смотрю, сегодня собралось какое-то количество людей, по крайней мере, две футбольные команды, да, можно поиграть в футбол. Вот. Речь у нас сегодня с вами пойдет, наверное, по двух. В двух направлениях, два важных, скажем так, момента мы с вами разберем. Первый из них – это непосредственно партнерская программа нашей компании, вот, которая немного трансформировалась, видоизменилась с началом восьмого этапа развития группы компании Skyway. Вот. И вторая часть, мы все-таки сегодня повторим, наверное, те действия, которые делали неделю назад на вебинаре, где, в принципе, достаточно простые шаги, которые можете запомнить вы сами, которые могут предпринимать потом вы и ваши партнеры, с целью, скажем так, нахождения роликов о нашем проекте, о компании Skyway, да, для того, чтобы этими роликами потом делиться в интернете, давать эти ролики смотреть своим потенциальным партнерам, вот, чтобы они могли понять, что из себя представляет технология. Буквально вчера у меня был тоже вот случай из жизни. Можно много рассказывать на словах, что из себя представляет наша технология, да. Можно много говорить о том, что у нас дорога второго уровня и так далее. Но вот люди все-таки привыкли больше видеть, доверять своим глазам, я думаю, вы со мной согласитесь, да, чем просто воспринимать что-либо на слух. Поэтому ролики – это действительно отличные инструменты для начала создания своей партнерской структуры. И, в принципе, по большому счету, если вот так все дело объединить, мы сегодня с вами говорим о партнерской программе раз, а вот те самые видеоролики, те самые, скажем так, различные записи, да, там и интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого, и целый ряд, скажем так, роликов промо уже о компании – они являются вашими инструментами, которые позволят вам по этой партнерской программе, где у нас есть распределение процентов от привлекаемых вами инвестиций, вы можете зарабатывать деньги, да? А эти видеоролики будут вашими инструментами. То есть мы после того, как поговорим о маркетинге с вами, я дам вам информацию, дам ссылки на видеоканалы нашей компании, группы компании Skyway. Это будет видеоканал в YouTube компании RSV, Skyway Capital, видеоканал в YouTube сайт anatolyunitsky.com, те, кто знают, да, есть такой сайт unitsky.com, вот, и видеоканал вебинаров, на котором выкладываются записи вебинаров лидеров, проводящих обучающие мероприятия онлайн, в режиме онлайн. Вы можете себе в последующем скачать либо видеоформат, либо потом даже вы разберетесь, как можно скачать себе и аудиоформат, точнее, аудиодорожку любой видеозаписи, да, которую выложу в интернете, и просто прослушивать где-то в пути. Для начинающих партнеров, я считаю, это важно для того, чтобы они могли, например, усвоить информацию, которая говорится в презентации. Да? То есть раз-два прослушав, там, если ты едешь на работу, например, полчаса, 40 минут, час, и закачал себе на смартфон, либо даже на мобильный телефон, даже старой модели, да, то можно просто впитывать информацию. Поэтому, я думаю, все будет полезно. Начнем мы, наверное, с маркетинг-плана, но прежде чем это все сделать, да, прежде чем начать рассказывать о партнерской программе, ну, в первую очередь хочу поздравить тех, кто проживает в Российской Федерации, с праздником, который сегодня отмечается в этой стране, да, я сам, скажем так, гражданин России, то есть всех с праздником, всем отличного настроения, всем успеха на том поприще, которое вы выбрали, да, здоровья родным близким, действительно, единение, объединение, хороший пример, кстати, для единения людей разных, скажем так, национальностей, проживающих в разных странах, разных возрастов, даже, я думаю, имеющих разные политические взгляды на какие-то события, является наш проект. Проект группы компании Skyway, который объединил в себе огромное количество людей, проживающих уже более 80 стран мира. Многие друг друга не понимают, потому что мы говорим на разных языках. Но у нас есть что-то, идея, которая нас скрепляет. Да? Вот я желаю всем вам, чтобы таких идей было как можно больше, и чтобы люди, скажем так, больше находили общий язык, чем поводы для того, чтобы, скажем так, устроить какие-то распри, быть недовольными и так далее. Вот. Всех остальных, кто эти праздники, кто сегодня праздник не отмечает, я просто хочу поздравить с пятницей, наверное, с окончанием рабочей недели. Вот. И давайте будем двигаться тогда по вебинару, касаемо непосредственно партнерской программы. Единственное, хочу еще задать вопрос. У нас порядка трех десятков человек сейчас в комнате. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь люди в комнате, которые не видели нового промо-ролика маркетинг-плана? Поставьте просто минус, потому что не так давно, спасибо, скажем так, партнерам нашей компании, они сделали хороший, грамотный ролик, который, скажем так, ну, стал, наверное, еще более проще, более наглядней.
смотрю, что минусы появляются, соответственно, есть такие люди, которые этого ролика не видели. Вот. Я вам просто предлагаю сделать следующее, то есть, чтобы вы посмотрели этот ролик, да, мало того, вы сейчас, как я уже говорил в начале вебинара, этот ролик может стать тоже и вашим инструментом последующим, да, вот, и мы с вами во второй части вебинара поговорим, как его найти и как его скачать к себе на компьютер, чтобы потом просто транслировать, скажем, мне долго распинаться перед человеком, да, объясняя что-то на пальцах, а просто дадите ему посмотреть, и уже можно будет после просмотра данного ролика отвечать, скажем так, на целенаправленные вопросы людей, которые что-то в нем не поняли. То есть это опять же инструмент, который позволяет всем нам развивать бизнес, да, по партнерской программе, зарабатывать деньги сегодня, становиться успешным в финансовом плане, не дожидаясь выхода группы компании SkyWays Technology на мировой транспортный рынок и с теми пакетами долей компании, которыми вы сегодня владеете, на рынок инвестиций. Поэтому давайте мы так и начнем. То есть я включу ролик, потом, скажем так, отвечу на вопросы, возможно, у вас какие-то они будут. Может быть, расставлю кое-какие акценты, если в ролике что-то там будет замечено, что не все сказали. А потом мы с вами будем уже двигаться в направлении видеосервисов, видео, скажем так, канала YouTube, как ролики сохранить, как, скажем так, ролики скачать себе на компьютер, где найти по ссылкам и так далее, и так далее. Итак, друзья, ролик о маркетинг-плане. Я вас на время покидаю, вот, на 7 минут. Имеется в виду, скажем так, я не буду вам надоедать своим голосом и чем-то забивать ваши уши, поэтому внимательно смотрите ролик, вот, и дальше будем с вами разговаривать уже в том направлении, которое я вам сказал. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8-му этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении.
Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде – до 20 уровня. С первого – 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – 0,5%, с десятого по двадцатый – 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого – 17%. Со второго – 7%. С третьего – 5%. С четвертого – 4%. С пятого – 3%. С шестого – 1%. С седьмого по девятый – 0,5%. С десятого по двадцатый – 0,2%. С 21 по 24 – 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, достаточно простой ролик. Я смотрю, что, в принципе, большинство людей смогли его посмотреть, но у кого-то возникали проблемы. Евгений рекомендовал сменить браузер Екатерине. В принципе, иногда это решает вопрос. Но иногда бывает так, что не установлены какие-то программы на компьютер, там проблемы могут быть с Java, либо там что-то еще, кодеки какие-то для просмотра видео в интернете. Поэтому зачастую это, скажем так, проблемы непосредственно на компьютере того человека, который смотрит видеоролик у нас в комнате Мирополис. Итак, коллеги, в принципе, ролик достаточно простой, 7 минут. Скажите, пожалуйста, вот я хотел бы увидеть ваши плюсики. Все ли понятно в этом ролике, если его давать смотреть, например,
людям, которые, ну, не понаслышке знают, что такое сетевой, например, да? Потому что, как правило, сетевики – те люди, которые в первую очередь начинают подсчитывать деньги. Хотя, по идее, если те из вас, кто слушал лекции, возможно, Рэнди Гейджа, да, либо еще лидеров сетевого бизнеса, лидеров MLM бизнеса, они говорят, что деньги – это как бы результат за хорошо проделанную работу. И важно то, что вы делаете в мире MLM, да, чтобы вы делали с душой, чтобы вам нравилось то направление, в котором вы развиваете свою партнерскую структуру, чтобы вам нравилось, скажем так, доводить информацию о развитии нашего проекта, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да, ну и чтобы вы умели еще радоваться за других людей, которые по вашей рекомендации приходят в этот проект наш и успешно развиваются в нем. Вот. Если у вас такое отношение будет к нашему проекту, то вы знаете, у вас будет получаться. Вот. У кого-то, скажем так, быстрее, у кого-то медленнее, потому что часто бывает на наших вебинарах по партнерке люди пишут, что вот я там одному предложил, я там своим родственникам рассказал, вот, меня там никто не слушает, никто в это не верит и так далее, и так далее. Ну, первое. Первое, что нужно делать, если вы хотите успешно развивать структуру, вашим родным и близким, и вашим друзьям должны рассказывать не вы. Да, если вы не сетевик, если вы не человек, который имеет опыт большой в развитии MLM-структур, то лучше, чтобы за вас это делал кто-то другой. Кстати, даже если вы человек, который развили не одну партнерскую структуру, возможно, не в одном проекте, то, вы знаете, принцип не меняется. Вот. Лучше бы, чтобы за вас, вашим знакомым, рассказывал кто-то. Вот. Это работает в мире MLM, это, скажем так, отдельное направление деятельности, к нему можно по-разному относиться, но это деятельность, которая имеет и свои законы развития, и, в принципе, если их нарушать, то развитие будет не такое, как вам хотелось бы. В ролике единственное не прозвучало, мы обычно это говорим на вебинарах, да, что к преимуществам нашего маркетинга, помимо того, что было написано, можно отнести следующее. Вот, возможно, из вас кто-нибудь, тот, кто имеет опыт работы в MLM, сталкивался с компаниями, у которых есть план вознаграждений по бинарной программе, либо по матричной программе. Да? В последнее время появились целый ряд бинарных компаний, которые стали выплачивать вознаграждение мгновенно. Да? В основном, правда, большинство компаний выплачивает вознаграждение либо раз в месяц, а таких процентов 90. То есть вы работаете целый месяц, у вас потом просчитывается товарооборот, и где-то в первых числах следующего месяца за предыдущую получаете положенное вам вознаграждение. Вот. В некоторых компаниях выплачивают там раз в неделю. Есть совсем небольшое количество компаний, где вы что-то сделали, да, и вам, по сути дела, мгновенно на бонусный счет начисляются денежные средства. Так вот, маркетинг-план нашей компании, да, партнерская программа нашей компании относится к партнерской программе мгновенных выплат. Это большой плюс. То есть все, что происходит в вашей партнерской структуре, создается товарооборот, и вам практически мгновенно на бонусный и на акционный счет по новому маркетингу, если вам положено, если вы в квалификации от лидера и выше, идут денежные начисления. И очень важный момент, что, опять же, в большинстве программ MLM бизнеса, в большинстве программ, скажем так, где есть партнерские программы, да, в большинстве компаний, квалификация следующая, да, вы знаете, у нас вот сейчас в ролике было рассказано про 6 карьерных ступенек, присваивается по итогам работы, опять же, за месяц в большинстве случаев. Редко где там за неделю. У нас фактически и вознаграждение начисляется сразу, и следующий статус, если вы его выполнили, да, вы получаете практически сразу же. В чем здесь плюс? То, что вы, скажем так, со следующих проплат, которые происходят, например, на следующий день там, или там, через час, через два, начинаете уже получать увеличивающиеся проценты, которые у нас по маркетинг-плану. В большинстве компаний вы можете 1, 2, 3 числа текущего месяца выполнить условия следующей квалификации, но в лучшем случае она вам будет присвоена в следующем месяце, соответственно, вы весь месяц, который отработаете, получите процентное начисление в меньшем, да, процентном соотношении, чем могли бы получать. У нас такого нет. Получили статус, сразу же начинаете получать больше процентов. Кстати, есть большое количество компаний, которые даже если вы делаете товарооборот соответствующий следующей квалификации, у них условия таковы, что вам этот товарооборот нужно продержать где-то 2 месяца, где-то 3 месяца. И только тогда вы будете шагать выше. Мало того, невыполнение в дальнейшем условий, скажем так, такого товарооборота, если он у вас будет снижаться, влечет за собой тут же через месяц потерю, скажем, вашей квалификации процентов. Вот таким вот образом. Ну, касаемо того, что новый человек вообще ничего из этого ролика не поймет, я опять же сейчас сделал акцент, Наталья. Смотрите, данный ролик, он, по крайней мере, даст первое представление, я думаю, что более 50% понимания точно, людям, которые что-то знают об MLM-бизнесе. Новый человек, который вообще об MLM не слышал, да, вообще не слышал, скажем так, о том, что есть какое-то процентное вознаграждение с уровней,
Он может не понять и не только после того, как ролик посмотрит, но и с первого раза может не понять, когда вы ему эти кружочки все нарисуете, да, и будете там полчаса ему вдавливать, за что здесь платят деньги и так далее. То есть, но просто все равно этот ролик является инструментом. По крайней мере, если человек заинтересовался технологией, и он не против того, чтобы здесь зарабатывать деньги, это, скажем так, инструмент, который вы можете дать ему посмотреть, и у него появятся вопросы. И вот тут вы ему сможете объяснить. То есть невозможно говорить о чем человек даже не просто не имеет представления, а не слышал и не видел. То есть вам еще сложнее без этого ролика будет что-то объяснять. Вы можете со мной, конечно, не согласиться, но тем не менее, те, кто со мной сейчас согласен, можете поставить там цифру 5. То есть это просто инструмент, это инструмент выявления интереса и так далее, и так далее. Это первое, скажем, задание даже вашему, скажем, потенциальному партнеру, чтобы он посмотрел и начал вникать. Потому что зачастую, скажем так, мы хотим людям создать настолько комфортные условия, да, что ты, мол, только приди, ни в чем не разбирайся, только дай денег, там, и ты здесь озолотишься, станешь инвестором. Вот такой подход, я считаю, неграмотный. Если вы хотите развивать партнерскую структуру, которая развивалась бы помимо вас самой, то есть не вы всем будете рассказывать, кого к вам приведут, да, а чтобы ваши партнеры тоже чему-то учились и делали это в глубину, это называется дубликация. Вот для этого нужны инструменты и простые, скажем так, видеоролики, которые, я считаю, грамотно сейчас сделали, и он красив, он прост, он гораздо лучше, чем те шарики, которые вот я вот вам показываю обычно по ходу рассказываю о маркетинг-плане. Это вот то, что смог нарисовать я там своими, скажем так, руками и так далее. Вот эти слайды сам лично сидел и все это делал. Здесь поработали профессионалы, которые продемонстрировали, как происходит, скажем так, рост квалификации, какие вы получаете проценты и так далее. Вот таким вот образом. Николай правильно писал, что в принципе существует огромное количество людей, да, вот, которые хотели бы что-то в своей жизни поменять. Но если мы в процентном соотношении посмотрим, что поменять-то хотят все, а вот делать какие-то шаги, действительно, никто не хочет. Ну, не то, чтобы никто не хочет. Большинство людей, сделав одну-две попытки в направлении, скажем так, разъяснения наши возможности, кому бы то ни было, да, останавливаются и считают, что у них ничего не получится. То, что вот какие-то лохотроны зовут, то, что там в пирамиды люди вникают, да, там, где обещают, дай денег, и через месяц у тебя прирастет 36%, да, если ты год будешь, скажем так, эти деньги у нас держать, прирастет больше. Люди верят, люди мало, есть много людей, которые хотели бы получать чего-то, ничего не делая, но, как показывает практика, это часто валится. Поэтому я считаю, лучше потратить какое-то время, пусть у вас будет месяц приходить, например, не 40 человек, а 10, которых вы будете приглашать, объяснять, они будут понимать, да. Но эти 10 разберутся в чем-то, и какая-то, пусть половина из них начнет активно что-то делать. Чем каждый месяц, скажем так, регистрировать по 40-50 человек, ничего не понимающих, скажем, на обещание, что вы за них все сделаете, потому что вас бизнес раздавит, если вы будете делать за других людей. Ну, есть хорошая пословица, да, или просто-напросто фраза, что никогда не делай за других больше, чем они могут сделать для себя сами. Вот. Вы не сделаете человека счастливее, чем он сам этого хочет для себя. Вы можете разбиться в лепешку, да, но в итоге, скажем так, вашими благими намерениями вы попадете не туда, куда хотите. Вот. Вот таким вот образом. Это что касается маркетинг-плана. Есть ли у кого-то вопросы именно касаемо маркетинга? Вот кого здесь много, так пока не понял, но тем не менее. Тут академик транспорта что-то написал, но я не до конца понимаю, о чем идет речь. Вот. Итак, друзья, по маркетингу, я так понимаю, вопросов нет. Да? Будем двигаться в направлении того, что, ну, было обещано, да, в нашей программе. То есть, как находить видеоинформацию о развитии нашей компании, как, скажем так, свежие ролики, которые появляются, скачивать на свой компьютер и так далее. Давайте двигаться в этом направлении, да? Если согласны, просто плюсики ставите, и я тогда начинаю движение. Ну, вы знаете, академика философии транспорта трудно в чем-то убедить. Он академик, поэтому он считает самый умный. Знаете, есть еще очень большое количество книг Роберта Киосаки. Мне очень понравилась фраза там, которая звучит следующим образом, да? Существует огромное количество людей, которые хотят узнать, чтобы понять. Да? Но существует гораздо большее количество людей, которые думают, что все понимают, ничего не зная. Вот. Это еще называется цинизм. Вот. Циники – это те люди, которые других заражают сомнениями, да, которые знают миллион способов, которые не будут работать ни в одном направлении, но когда их спросишь, подскажи хоть один, который сработает, как правило,
они не могут ничего сказать. Поэтому двигаемся, скажем так, невзирая на то, что в чате кто-то что-то пишет. Итак, друзья, я сейчас просто здесь в нашем чате сброшу ссылочки на 4 наших видеоканала, которые я вам говорил, да? То есть это видеоканалы компании Skyway Capital, это видеоканал компании РСВ, это видеоканал, на котором вы можете посмотреть записи наших вебинаров Skyway Webinars, и это видеоканал, который относится к сайту www.uniski.com. То есть вот на нем, кстати, вы можете найти еще ту информацию, которая, ну как ее назвать, раритетную, да, то есть видеоролики, которым на сегодняшний день уже порядка 20 лет, то есть это первые ролики о технологии. Поэтому у меня к вам просьба такая, что все вы люди взрослые, все вы, скажем так, ну, надеюсь, что вы умеете нажимать кнопки на компьютере, правильно? Поэтому создайте в своем компьютере файл текстовый, вот, и на будущее просто вам хочу сказать, я думаю, что большинство это делают, да, можете внутри этого файла разбить там по каким-то разделам, да, и в этом файле запоминать различные ссылки на видеоинформацию, на какие-то печатные издания, где про наши технологии говорится, и так далее, и так далее. То есть сделайте это. Вот эти 4 ссылки просто сохраните, они вам всегда пригодятся, потому что кликая на эту ссылку, вы можете, даже если вы были в отпуске, куда-то уезжали и так далее, зайти на эти видеоканалы и по видеоинформации просмотреть свежие новости развития нашего проекта. Вот таким вот образом. То есть это 4 ссылки на наш видеоканал. Теперь, коллеги, я сейчас поделюсь с вами экраном. Да, и мы с вами займемся тем, что будем, ну, выберем ролик, который сохраним на своем компьютере. Вот. Так, вот у меня сейчас просто просьба к вам, пошла ли трансляция моего рабочего стола, потому что мне написало, что BrandMauer тут мой заблокировал какие-то функции. Я надеюсь, что пошла, да? Если вы видите мой рабочий стол, плюсики, пожалуйста, просто в чате поставьте. Так, есть. Вот вы написали, вы можете подписаться на канал, да? Да не вопрос. Это, в принципе, логично. Вы можете подписываться на этот видеоканал, вам будут приходить новости. У нас часть информации, которую мы сейчас с вами будем работать, это непосредственно как сохранить видеоролики с YouTube на своем компьютере. То есть, смотрите, я сейчас нажимаю на ссылку видеоканала, который вам сбросил. Это видеоканал компании Skyway Capital. Вот. Сейчас должен прогрузиться у меня компьютер. Вот мы зашли на видеоканал компании Skyway Capital. Может, немножко сегодня медленно у меня работает интернет. У меня сразу начинает демонстрироваться презентационный ролик нашей компании. То есть здесь на видеоканалах и на тех, которые ссылки, которые я вам дал, есть видео, есть плейлисты, да, то есть вы можете по плейлистам посмотреть информацию, которая вам может быть интересна. То есть здесь разбито, да, то есть о технологии, о юницком истории и так далее, и так далее. На сайте, вот видеоканал от сайта uniski.com, он позволяет вам посмотреть информацию, как я вам говорил, там до 2000 года и даже, наверное, немного ранее. Первые ролики, которые были сняты, показаны по телевизору и так далее. То есть это плейлисты. Заходя в плейлист, вы можете выбрать тот ролик, который вы хотите себе сохранить. Вот. Ну вот, например, давайте зайдем в гид по личному кабинету. Да? Вот у нас есть такой плейлист. Вот. Здесь есть как пользоваться различными платежными системами там, и так далее. Я вот сейчас нажимаю на паузу. Вот, и мы с вами сейчас будем как раз таки делать простые шаги по вопросу, как сохранить данный ролик на свой компьютер. То есть я выбрал первый попавшийся, вы можете в дальнейшем просто выбрать на том видеоканале, в который зашли, то, что вам необходимо. Вот. Для того, чтобы этот ролик сохранить к себе на компьютер, можно сделать простые шаги. В адресной строке, которая здесь вверху, я надеюсь, вы меня сейчас видите, да, то, что я делаю, мы ставим две буковки S после трех W, мы ставим две буквы S, доллар, да, загнутые. И после того, как мы их поставили, нажимаем Enter. После чего у нас компьютер перезагружается и загружается программа под названием Save from Net. Здесь будет предложение установить ее к себе там на компьютер, там встроить в браузер и так далее. В принципе, по большому счету, даже этого делать не обязательно для того, чтобы скачивать информацию, да, с этой страницы. Так, у меня немножко
сегодня не дорабатывает интернет. Вот. Предлагает скачать тут еще целый ряд программ, но задача такая, чтобы вы могли скачать видео, которое сейчас у меня прогружается. Сейчас вы увидите здесь отражение ролика, который мы с вами хотим скачать. Идет прогрузка. Все делаем, скажем так, в прямом эфире, да? Вот. То есть инструкция по WebMoney. И у нас здесь есть, высвечивается кнопочка «Скачать». То есть формат 720, да, это формат MP4. Достаточно качественное видео, которое вы можете скачать на компьютер. Справа, возле 720, здесь есть стрелочка. Вы можете скачать тот же MP4 формат меньшего размера, да, то есть и файл будет легче. Вот. Но здесь еще, если мы нажмем справа на галочку, мы можем скачать в формате 3GP. В принципе, большинство мобильных устройств сегодня, планшеты, дальше смартфоны, да, iPad, iPhone, они, в принципе, легко открывают формат MP4, то есть вам достаточно скачать в формате MP4. Вот. Если у вас старое устройство, да, возможно, там MP4, не установлена программа, может быть, или что-то еще, вы можете скачать в формате 3GP, вот, и потом у вас, скажем так, на мобильном вашем устройстве будет данный ролик демонстрироваться. А для того, чтобы скачать то, что, как я сказал, в формате MP4 хорошего качества, мы просто, когда у нас загрузилась данная страница, нажимаем кнопку «Скачать», да, вот. И у нас, видите, в левом углу пошла закачка. То есть файл начинает закачиваться на компьютер. Вот. Если вы не делали какие-то дополнительных настроек на компьютере, то, как правило, все закачки идут в папку. Она у вас на компьютере может быть под названием Downloads, да, то есть, либо загрузки, если у вас, скажем так, полностью русифицирован Windows. И вот в этой папке загрузки вы сможете данный файл найти. Но я знаю, что огромное количество людей, которые сотрудничают с нами в нашем проекте, да, вот, тоже испытывают трудности определенные при общении со своим компьютером. Поэтому, когда вот файл закачается, сейчас он еще грузится, вы видите, да, тут 13 мегабайт, 6,5 уже прогрузилось. Для того, чтобы найти файл, который вы скачиваете, нужно будет сделать очень простое действие. Рядом с закачкой файла в нижней строке у нас есть галочка, кликаем по ней, и вот у нас здесь несколько пунктов выпавшего меню «Показать в папке». То есть файл закачается, вы выберете «Показать в папке», и у вас вот, мы даже еще до момента закачки, вы можете видеть, что вот файл пока еще не до конца пришел к вам на компьютер. Сейчас, когда он закачается, можно будет сделать следующее действие. То есть вы можете из этой папки загрузки его просто-напросто выковырнуть, вырезать, да, там, либо скопировать и вставить в ту папку, которая, скажем так, знаете, где у вас находится, что я сейчас и проделаю. То есть вот он этот файл, который мы скачали. Нажимаю Ctrl-X, либо правой кнопкой мыши, и выбираю копирование. Закрываю. И на рабочем столе на своем мышкой кликаю правой кнопочкой и выбираю пункт «Вставить», либо Ctrl-V. Вот у нас появился этот файл, который мы скачали. То есть сейчас я нажимаю, и у меня загрузилась и пошла трансляция того ролика, который мы с вами скачивали с интернета. Вот. Сейчас я хочу заглянуть к нам в комнату. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас рассказывалось, видно ли вам было и понятно ли то, что рассказал? Пожалуйста, в виде плюсиков просто. Так, понятно. Ну, в принципе, запись данного вебинара тоже ведется, всегда будет. Ну, по поводу долгов не знаю, меня сейчас интересует непосредственно по видео, скажем так, сервису, да? Вот те ссылки, что я вам сбросил на сервис, вот, 4 наших видеосервиса, точнее видеоканала на YouTube, вы можете на любой из них заходить, искать видео, которое вам нужно, и теперь таким образом его скачивать, если вы раньше не умели. Еще важный момент, смотрите, вы можете видеоролики прямо скачивать из разделов, со страниц нашего сайта. Вот. Конечно, проще скачать программку для скачивания. То есть, но я, например, на свой компьютер скачать мало чего могу, у меня служебный компьютер рабочий, да, и мне это должен делать администратор. Вот. Дома я могу скачать все, что угодно, а с другой стороны ставить кучу программ, которые, скажем так, мне особо не нужны, и я могу ими пользоваться в интернете. Зачем мне засорять память своего компьютера? Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, то есть каждый выбирает сам. Я сказал, что программу можно скачать, можно найти кучу программ там и так далее, и так далее.
Знаете, Ирина, я работаю в Хроме, и у меня все работает. Вот только что я все это проделал в Хроме. Я сейчас работаю с вами, общаюсь с вами в Google Chrome. Вот таким вот образом. Мало того, ее можно даже в Google Chrome встроить. Там предложение на странице закачки этого ролика, там написано «Встроить в Google Chrome». Вот таким вот образом. Далее, что я хотел вам еще добавить. Смотрите, когда вы заходите в раздел новостей, например, в компании Skyway Capital, да, я сейчас попробую зайти непосредственно в личный кабинет. Вот. Так, вход. То смотрите, видео новости, которые выкладываются непосредственно на сайте Skyway Capital. Вот я сейчас зайду в раздел новостей. Открою снова вам свой рабочий стол. Начать трансляцию. Идет трансляция, да? Смотрите, что происходит. То есть компании Skyway Capital, скажем так, выкладываются видеоролики в том формате, когда мы вот открываем новость. Вот, у нас, скажем так, идет эта новость, и в конце новости ссылка, да, которая сразу же, нажимая на которую, мы выходим, скажем так, как правило, на ролик в интернете. Вот, в большинстве случаев. Компания РСВ, там получается, сначала вы смотрите ролик непосредственно на сайте, и там есть как бы кнопочка «Перейти в YouTube», да. Вот, соответственно, вы можете перейти в YouTube и уже, скажем так, с YouTube данный ролик скачивать. Параллельно что-то. Вот. Здесь, в принципе, то же самое, что и на РСВ. Смотрите, когда вы в РСВ тоже заходите в личный кабинет, у вас нажимаете на проигрывание, да, у вас просто проигрывается видео. Но вот внизу вот здесь видео есть кнопочка YouTube. Видите? Вот, YouTube. Если мы нажмем на YouTube, вот, вы переходите на канал в YouTube, ставите, как я вам говорил, две буковки S перед словом YouTube после трех W, точка, да, и у вас загрузится следующая страница, на которую вы сможете скачивать видеоролик, как мы это проделывали сейчас. Вот таким вот образом. Теперь, коллеги, хочу вам еще порекомендовать, наверное, одну возможность, да. Сейчас прогрузится ролик, я не буду скачивать аудио, скажем, и просто на пальцах вам объясню, что можно сделать. Ну, во-первых, ролик, скачанный с YouTube, вот который мы уже с вами скачали, вы можете в дальнейшем использовать онлайн-аудиоконвертер, так называемый, да, потому что вот на YouTube, на многих каналах, я не часто встречаю, что то видео, которое вот мы хотим скачать, имеет еще... И MP3 здесь сразу же прописан, да, MP3, чтобы его легко можно было прослушивать на тех устройствах, которые позволяют слушать формат MP3. То есть он им памяти занимает немного, да, и качественно, как правило, воспроизводит звук. Так вот, вот эта ссылка, которую я вам сейчас бросил, это онлайн аудиоконвертер, да. Поэтому, если вы нажмете на эту кнопочку, на ссылку онлайн аудиоконвертера, у вас загрузится вот такая программка, да, и вы можете благодаря этой программке конвертировать видео, которое у вас там в других форматах, в MP3 формат. Здесь можно даже сразу же видео в MP4 закачать. Вот нажав на «Открыть файлы», вы можете выбрать тот короткий ролик, например, который мы сейчас с вами записали. Давайте, в принципе, это проделаем, да, рабочий стол. Я, правда, делал это другим путем, но тем не менее, возможно... Как пополнить счет в личном кабинете? Вот нажимаем «Открыть». То есть будет осуществлена закачка этого видеоролика здесь, вот в этой, скажем так, верхней панельке. Вот. Когда он полностью закачается, у вас появится внизу кнопка, вот здесь, «Конвертировать», да, она станет активной. Соответственно, вы сможете с этого видеоролика, который вы перекачали на свой компьютер, снять звуковую дорожку в формате MP3. Она также будет вам закачана, когда вот сконвертируется, там будет предложено скачать. Нажимаете скачать, и вам в загрузке, в download закачивается аудиодорожка того видеоролика, который вы себе скачали на компьютер. Я же делал это еще другим путем, и сейчас я вам это просто покажу. Смотрите, когда у нас загрузился ролик на YouTube, пока там грузится, да, когда у вас загрузился ролик на YouTube для скачивания в программе Save from Net, вы справа нажимаете на выпадающее вот это меню, там, где мы с вами видели форматы разные, да, и внизу есть аудио MP4. Вот.
Сразу хочу сказать, скачивается оно дольше, чем сам видеоролик, значительно. Но, когда вы в этом формате скачаете себе на компьютер, у большинства людей, в принципе, уже установлены проигрыватели, да, аудио, которые воспроизводят этот MP4, да, вот для MP4 звук. Вот. Но для большей уверенности, для простоты, скажем так, всегда этот аудиофайл можно перевести благодаря вот этому сервису, онлайн-аудиоконвертер, да, формат MP3. То есть вы скачиваете с YouTube вот этот вот аудио MP4. У меня сейчас скорость небольшая на интернете, я это делать не буду, да. Он также в левом углу у вас здесь будет помещен, скачается, вы нажмете галочку, зайдете в папку Downloads, либо в папку загрузки. Потом увидите его, вы можете на рабочий стол его перенести для удобства, да. Дальше по этой ссылке зайти в онлайн аудиоконвертер и в формате аудио MP4 занести сюда, там будет MP4A чего-то там, вот, MP4A, да, какой-то там формат. Здесь он быстрее закачается, и вы нажмете кнопку «Конвертация». После конвертации, там буквально несколько секунд, если у вас скорость нормальная, у вас появляется такая панель, это все сдвигается, «Скачать», нажимаете «Скачать», и это сохраняется у вас на компьютере. Я вот сейчас не буду все-таки это проделывать, долго довольно качается, чтобы вам как бы не надоедать своим вниманием и так далее, присутствием. Закрою сейчас лишние окошки. Вот, и скажите, вот то, что я сейчас вам говорил, более-менее понятно? Потому что сложно в этом ничего нет. Программа, которая онлайн-аудиоконвертер, она позволяет вам не только конвертировать, да, ролики, но вы можете здесь, на этом сервисе, обрезать их по той, ну, именно ту часть, которая вам нужна. Вы можете соединять несколько, скажем так, аудиороликов. Например, у вас было что-то на диктофон записано, да? Вот, а вы хотите полностью, чтобы это шло там. Взяли, склеили здесь. Вот. Видеоконвертер здесь есть. Можно видео обрезать, то есть записывать звук просто с компьютера и так далее. То есть программа, которая позволяет вам делать очень много. По этой ссылке вы можете просто нажать, полазить здесь, понажимать кнопки, да, и поработать с видео и с аудиофайлами, которые у вас есть. Сейчас же я просто останавливаю эту загрузку, не будем конвертировать, но принцип, я думаю, вы поняли. Так, есть ли какие-то вопросы, коллеги? Знаете, не обращайте внимания на тех людей, которые, скажем так, не отличаются, ну, какими-то редкими душевными качествами и так далее. Я сейчас хочу вас спросить непосредственно, есть ли у вас вопросы по материалу, который был дан сегодня. По поводу академика философии, оставьте его в покое, он может писать здесь до потери пульса. Вот, поэтому есть люди, которые, скажем так, у них так много желчи, которые они изливают везде. Да? То есть, ну, как правило, именно у них почему-то возникают заболевания там, пищеварительного тракта, начиная там, от гастритов и заканчивая там, циррозами печени. Поэтому не обращайте внимания на таких людей. Они хорошие. Как говорил Роберт Киосаки, да, иногда люди у вас спрашивают советы, вы им что-то советуете, они начинают вам спорить и доказывать, что вы не правы. Пожмите им руку и отправьте дальше. Пожелайте им успеха. По поводу последнего времени, тролли, они всегда были активны. Если вы почитаете скандинавские сказки, да, тролли есть везде в этих сказках. Поэтому вот человек испытывает, у него сейчас вершина успеха, то, что ему в чате можно писать всякую фигню, вот, и он считает, что он там на вершине славы. Не обращайте внимания, ему не для кого будет писать. Вот и все. Есть хорошая штука, да, то есть самое, наверное, страшное в этой жизни – это одиночество и забвение. Вот. Когда на таких людей внимания не обращаешь, им очень грустно становится. Итак, друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам все было понятно. Вот. Еще раз хочу поздравить всех тех, кто сегодня празднует, скажем так, тот праздник, который отмечается в Российской Федерации. Действительно, хочу вам пожелать единства с теми людьми, с которыми вы развиваете бизнес в нашей компании. Наверное, скажем так, единение в направлении реализации идеи струнного транспорта. Вот. И действительно, все ближе и ближе. Те из вас, кто внимательно следит за новостями, наверняка видели важные еще вехи, которые нас ждут буквально через 3 недели. Да? Это крупная выставка в Москве. На территории гостиного двора, да, где мы находимся, там наш павильон находится с целым рядом конкурентов, то есть транспортной отрасли. Выставка будет проходить с 28 ноября по 1, точнее с 29 ноября по 2 декабря. Вот. На этой выставке будет демонстрироваться
модели, которые мы видели там, один к 10, по-моему, да? Вот. А в это же время, 28 числа, как запланировано, будет проходить уже демонстрация действующих промышленных образцов транспорта SkyWay на территории полигона в Мариной Горке. Поэтому эти мероприятия еще раз подтверждают, да, несмотря на то, что вот академик философии транспорта здесь нам что-то пишет, мы двигаемся в правильном направлении, нас признают. Я думаю, большинство из вас видели в конце, точнее вчера, позавчера буквально информацию в новостях, да, что руководство Челябинской области в московском, скажем так, представительстве подписало договор о взаимодействии с нашей компанией о реализации транспорта SkyWay на территории данного региона. Вот. Поэтому все в порядке. Если говорить по поводу сбора реферальных, я не знаю, возможно, академик транспорта принимает активное участие в финансовых пирамидах и везде разбрасывает свои реферальные ссылки. Знаете, я этим не занимаюсь. Я работаю, общаюсь с людьми, кому интересно, и рассказываю о нашей технологии. Просто так заниматься сотрясанием воздуха, скажем так, и реагировать на вот то, что вы пишете, потому что таких людей, как вы, много, вот, но хороших людей больше. Вот таким вот образом, сразу хочу сказать. Их меньше видно. Вы знаете, да, обычно происходит так, что по реке, по верху реки, да, по воде, плывет то, что неприглядное. То есть оно всплывает и не тонет. Поэтому вот и вы здесь пишете в основном. Умные люди, скажем так, просто слушают информацию и так далее, а у вас видно словесный понос. Желаю, чтобы ваша диарея прошла, и вы стали думать, вы стали, скажем так, нормальным, вменяемым человеком. Всем хочу пожелать хорошего дня. Всем хочу пожелать хороших выходных. Встретимся с вами на следующих вебинарах, которые у нас состоятся с понедельника и по пятницу на следующей неделе. Вот. Ну и всем добра, благополучия, успеха. До новых встреч, коллеги. Спасибо вам большое. До свидания.